Ликандр Григорьевич – именинник с богатой биографией. И как может быть иначе у человека, который прожил жизнь длиною в век? Революционные годы, лихолетие Великой Отечественной, послевоенная разруха, создание и распад Советского Союза. Ликандр Григорьевич – очевидец многих знаковых событий. Но все эти испытания он прошел достойно и с высоты своих лет говорит, что самое главное в жизни – быть честным, прежде всего перед самим собой. Не надо очень сердиться, спокойно быть. И для людей спокойно будет. Чтобы народ тебя любит. Не то, что ты был героем. Чтобы любил тебя народ. Участник Великой Отечественной войны Ликандр Григорьевич имеет много наград за отвагу, проявленную на полях военных сражений, и за труд. Но самое главное его достижение – близкие люди. Для 5 детей, 12 внуков и 17 правнуков отец и дед – достойный пример и ориентир в жизни, на который стоит равняться еще не одному поколению. Люди того поколения, действительно, они честные. Вот честность – это на первый план можно вынести. Второе – доброта, отзывчивость. Вот все эти эпитеты, которые можно назвать, это все применительно к нему. Честности, доброжелательности, работать, ну и быть всегда примером детям, посторонним людям. В целом на Брещине проживает более 200 человек, которые перешагнули столетний рубеж. Московский район областного центра сегодня насчитывает около 200 тысяч жителей, но может похвастаться всего 8 долгожителями. Для этой категории людей, которые прошли войну, которые испытали тяготы и лишения войны, пережили и дожили до настоящего времени, это самая главная забота, это для них это внимание. Наверное, чествуя таких людей, как Ликандр Григорьевич, мы чествуем не только самого именинника, мы чествуем это поколение, которое вынесло на своих плечах войну, вынесло на своих плечах восстановление народного хозяйства. И эти люди сейчас, вот 100 лет, они все равно излучают созидательную энергию. У них замечательное чувство юмора, отношение к жизни философское, правильное, как мне кажется. Поэтому для власти важно показывать отношение к этим людям, так как это наши маяки. Это те люди, которые, повторюсь, сделали тот фундамент, на котором сейчас строится наша гармоничная, счастливая, мирная жизнь. Секрет долголетия у каждого столетнего юбиляра свой. У Ликандра Григорьевича Шубича главная составляющая – любовь, семья, работа. Вроде бы все просто, однако разгадать этот секрет дано не каждому.